Трехязычное образование – требование времени. На сегодняшний день знание нескольких языков является необходимым навыком и требованием современности. В средней школе Низамхан третьего мегаполиса трехязычие считается уже неотъемлемой частью процесса обучения, и большая часть учащихся владеет более чем двумя языками. Таким образом, в рамках недели английского языка ученики начальных классов данного учебного заведения отправились на путешествие в мир сказок. Инсценировка сказок детьми начальных классов – это не только удовольствие и радость, но и огромная польза в изучении иностранного языка. С этой целью учащимися вторых-четвертых классов средней школы Низамхан проведена постановка сказки «Золушка» на английском языке. Следует отметить, что преподавателями была проделана огромная подготовительная работа, из чего можно сделать вывод, что в школе уделяется особое внимание развитию детей во всех направлениях. В рамках недели английского языка в средней школе Низамхан проходит постановки сказок на английском языке среди учащихся вторых-четвертых классов. Детки готовят постановки, одеваются в красивые костюмы для того, чтобы не только проявить свои знания английского языка, но и также какие-то актерские способности. Это способствует развитию возможностей английского языка в изучении и также каким-то творческим актерскому мастерству. Отметим, целью данного мероприятия является повышение интереса детей к предмету изучения английского языка и развитие интеллектуальных умений, памяти и воображения, а также создание оптимальных условий для совершенствования речевых навыков иноязычной речи. В данной школе еженедельно организовываются плановые, обязательные мероприятия, приуроченные к тому или иному предмету. Хочется отметить, что этот метод образования уже успел принести свои результаты. Мне очень нравится школа, где я обучаюсь. Здесь очень добрые и отзывчивые преподаватели. Уроки все интересные и познавательные. Имеются различные кружки. Я люблю свою школу. В образовательном учреждении, где созданы все условия для всестороннего развития учащихся, функционируют спортивные секции и дополнительные кружки робототехники, танцев и дамбры. Аружан Жаренбаева, Нурлыбек Берикбай, Новости.